Тюменской области заменят 134 километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию. Все работы в регионе проведут в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщил губернатор Александр Мор в своем телеграм-канале. Планы обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Проект рассчитан на 2 года. Он охватит 5 муниципалитетов – Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ улучшится качество предоставляемых услуг почти для 23 тысяч человек.